Крым – это часть России, и не признавать это как минимум глупо. Французские парламентарии во главе с депутатом Тьерри Мариани приехали в Крым. Они уже посетили мемориальный комплекс «Концлагерь Красный». Делегация возложила цветы к мемориалу, посвященному жертвам фашистской оккупации. В ходе Великой Отечественной войны фашисты захватили Крым к концу 1942 года. В селе Мирное, близ Симферополя, они устроили концлагерь для военнопленных и гражданских лиц. Он состоял всего лишь из нескольких десятков деревянных бараков. В каждом размещалось по 60 узников. Их убивали самыми разными способами. Расстреливали, травили газом в автомобилях, сжигали на кострах и даже сбрасывали в колодцы живьем. За три года оккупации Крыма нацисты уничтожили на его территории свыше 70 тысяч человек. Еще 85 тысяч были угнаны в Германию. В прошлом году, после воссоединения Крыма с Россией, на месте концлагеря был открыт мемориал, посвященный всем жертвам нацизма в Крыму, и зажжен вечный огонь. В воскресенье французские депутаты примут участие в торжествах по случаю Дня военно-морского флота России.